Европа объединяет усилия в изучении блокчейн-технологий. Декларацию о сотрудничестве в рамках Европейского блокчейн-партнерства подписали 22 европейских государства. В документе говорится, что страны, подписавшие декларацию, совместными усилиями будут реализовывать потенциал блокчейн-технологий на пользу граждан, общества и экономики. Напомним, что Еврокомиссия уже создала наблюдательный совет по блокчейну и планирует инвестировать порядка 300 миллионов евро в ряд блокчейн-проектов технического и социального характера посредством программы «Горизонт 2020». Государства-участники декларации проявили значительную активность в поддержке блокчейн-экосистем, сообщая о ведении непрерывной деятельности в этом направлении на государственном уровне.